В эфире телеканала «Юрген Крик», криминал-комментарий, в студии Таисия Шляхтина. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Громкое падение. Приговор бывшему градоначальнику Сыктывкара Роману Зеничеву продолжает оглашать столичный суд. Брат на брата. Не поделили родительскую жилплощадь и устроили кровавую расправу два близких родственника. Уикенд с последствиями. Три ДТП и 9 пострадавших. Таков итог прошедших выходных в коме. Сегодня Сыктывкарский городской суд продолжил оглашение приговора экс-мэру столицы Роману Зеничеву и его подельнику, бывшему руководителю тепловой компании Игорю Осадчему. Экс-градоначальника обвиняют сразу по нескольким статьям – растрата, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Все эпизоды 5-8-летней давности. 8 месяцев Роман Зеничев бегал от следствия, но от правосудия ему уйти не удалось. Подробности у Натальи Литкевич. В деле больше 40 томов и 2 фигуранта – Роман Зеничев и бывший руководитель местной тепловой компании Игорь Осадчий. Экс-мэру меняют 6 эпизодов, половина из них – взятки. На совести его подельника 2 эпизода, оба – соучастие в преступлении и растрату бюджетных денег, связаны со строительством в 2007 году котельной в столичном поселке Нижний Чов. Зеничев обвиняется в превышении должностных полномочий при подписании, при организации подписания и оплате выполненных работ на поставку модульной котельной в городе Сыктывкаре, в поселке Нижний Чов, не соответствующей тем требованиям, которые были прописаны в условиях муниципального контракта, и в получении за эти действия взятки в крупном размере, в размере 10 миллионов рублей. 10 миллионов отката обеспечили его подельнику-тепловику Игорю Осадчему победу в конкурсе на строительство котельной. А так как смета на эту же сумму уменьшилась, пришлось Осадчему приобретать и устанавливать котельную меньшей стоимости и мощности. Отопление поселка зимой фактически оказалось под угрозой. Но Зеничева это мало волновало. И акт приемки был подписан. Погрел руки экс-мэра на закупке снегоуборочной техники. Откат в 12 миллионов позволил победить на аукционе фирме управления транспортного строительства, возглавляемой на тот момент депутатом горсовета Алексеем Тяном. В итоге половины техники, указанной в муниципальном контракте, город не досчитался. Следующую взятку в 840 тысяч рублей Зеничев получил от московской строительной фирмы ICT за разрешение возводить в Сыктывкаре многоквартирные дома. Причем взятка перечислялась на карту в виде зарплаты будущей на тот момент супруги градоначальника Полины Головановой. Трогательная забота Романа Валерьевича о молодогвардейке Головановой привела его в 2009 году к еще одной преступной схеме. Он фактически подарил ее фирме «Авираж» недостроенный дом на улице Петрозаводской и муниципальный контракт на его доделку для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Нереальные сроки выполнения работ начисто отпугнули всех желающих. В итоге заселили многоэтажку с почти 2-летним опозданием. Городская казна потеряла 10 миллионов рублей, а новоселы до сих пор устраняют ляпы строителей. Видите, что там просто пусто. Просто пусто. Вот это вот весь ветер все задувает туда. По идее, там должен быть утеплитель, это все должно быть закрыто, там должна быть ветроизоляция, шумоизоляция и все это остальное. Следы растраты денег силовики обнаружили и в другом муниципальном контракте за подписью руководителя городской администрации. По данным следствия, в мае 2008 года 6 сотрудников администрации муниципального образования Сыктывкар, в том числе Роман Зеничев, в течение 7 дней с туристической целью посетили Испанию и ряд других государств Европы. Финансирование данной поездки было произведено за счет средств муниципального бюджета в рамках контракта на оказание образовательных услуг по повышению квалификации заключенного с Уралосибирским домом знаний. Свою квалификацию представители столичной мэрии, включая и сити-менеджера, повышали по всей Европе. Например, посетили в Барселоне музей народной архитектуры под открытым небом «Испанская деревня». На второй день побывали на побережье Коста-Браво, а на четвертый посетили театр-музей Сальвадора Дали на лазурном берегу Франции. Курортная командировка обошлась сыктывкарской казне без малого в 400 тысяч рублей. Какой цинизм отправить своих работников под видом обучения в Испанию за бюджетные деньги. Зарплата ведь не маленькая, и каждый из этих участников имел возможность купить соответствующую путевку. Но пошли совершенно по другому пути. И в ходе следствия, и на судебных слушаниях экс-мэр настаивал на своей невиновности и говорил о сфабрикованности дела. Показания
которые говорю я и которые говорит Игорь Михайлович, они правдивы, потому что нас на каком-то этапе заставили сказать какую-то неправду или заставили сказать то, в чем мы не были уверены на тот момент. Гособвинение потребовало для Зеничева 15 лет колонии строгого режима, штраф 1 000 000 рублей и конфискацию имущества на 33 миллиона. Его подельник Осадчий, по мнению надзорного органа, заслуживал 6 лет колонии общего режима и штрафов 900 тысяч рублей. Вслед за предшественником в скором времени из кресла столичного градоначальника на скамью подсудимых пересядет и бывший уже мэр Сыктывкара Иван Поздеев. Сейчас он под арестом. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и растрату в особо крупном размере при предоставлении земельных участков под строительство. Санкции – до 10 лет лишения свободы. Родные братья не поделили родительский дом. Теперь один сидит за решеткой, а второй лежит на погосте. В Каткировском суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя райцентра, которого обвиняют в жестоком избиении 46-летнего родственника. Сначала следствие логично предположило, что сельчанин скончался от полученных тяжких телесных повреждений. Но судебные эксперты установили другую причину смерти. Репортаж Евгения Ершова. В ночь на 19 июня в частный дом по улице Советской соседи вызвали скорую помощь. Об этом их попросил один из жильцов. Он объяснил, нашел избитого старшего брата, и того срочно нужно везти в больницу. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Осмотрев жилище, силовики обнаружили там многочисленные следы крови. 36-летний сельчанин признался, что сам подрался с родственником. Конфликт возник из-за того, что погибший, который старшим братом являлся, стал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал выгонять его из дома. Живут в одном доме, брат считал, что якобы он имеет больше прав на этот дом, и выгонял его. И вот у них конфликт перерос уже в драку. Многолетний конфликт между родственниками, которые уже длительное время жили под одной крышей, в тот вечер вступил в роковую фазу. Сначала старший брат выбил дверь в комнате младшего. Тот пошел разбираться. После драки не успокоился. Вернулся и палкой стал избивать обидчика. Эксперты обнаружили у погибшего черепно-мозговую травму и переломы ребер, одно из которых даже пробило легкое. Поскольку там телесные такие, они смертельные, там ребра переломаны, это, ну так, пневмоторакс, но все равно, говорит, это не смертельно, вряд ли. Если, говорит, там будет большая доза алкоголя, то есть концентрация в крови, то я, скорее всего, поставлю алкогольное отравление. То есть еще и смерть будет решать? Да. В итоге именно сильнейшая алкогольная интоксикация по заключению экспертов стала причиной смерти. Впрочем, это обстоятельство все равно не спасло младшего брата от скамьи подсудимых. Только переквалифицировали обвинение. Теперь обвиняемому грозит уже не 15, а 10 лет лишения свободы. Вполне достаточно для раскаяния. На этой неделе в Сыктывкаре стражи порядка задержали злоумышленника, который совершил разбойное нападение на офис одной из фирм. Налет на фирму, расположенную в здании Эжвинского гостиного двора, произошел утром 22 октября. В тот день в помещении микрофинансовой организации находилась всего одна сотрудница. Этим и воспользовался злоумышленник. На записи с камер видеонаблюдения видно, как к женщине подходит неизвестный. Он одет в коричневую дубленку с высоким воротником. Разглядеть на видео лицо налетчика невозможно. Мужчина достает из кармана нож и приставляет его к горлу потерпевшей. Испугавшись расправы, она сама достает деньги из сейфа и вручает преступнику всю наличность, порядка 80 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за убийство местный житель 88 года рождения. Также установлено, что данный гражданин находится под административным надзором. Возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрано мера пресечения в виде ареста. Также в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение условий ограничения свободы. Несмотря на скорое задержание, налетчик умудрился полностью потратить все похищенные деньги. Парень уже во всем признался и активно сотрудничает со следствием. Уголовное дело все еще расследуется, но уже сейчас можно говорить, что в ближайшее время фигурант вряд ли выйдет на свободу. За разбойное нападение с угрозой и применение насилия, опасного для жизни, молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
На этой неделе серьезными оказались аварии с участием автотранспорта. В выходные в Коми произошло сразу 3 ДТП, в которых 9 человек получили телесные травмы. В каждом случае причины происшествий с тяжелыми последствиями разные. От банальной ошибки водителя до преступного пьянства за рулем. Подробнее Антон Булаев. 7 часов утра в Эжинском районе Сыктывкара «Лада» 14 модели сбила пешехода. На записи видеорегистратора видно, пешеход, не оглядываясь по сторонам, быстрым шагом переходил проезжую часть по зебре. Водитель грузовика, заметив молодого человека, притормозил. Автомобиль слева двигался дальше. Водитель 90-го года рождения двигался по автодороге Сыктывкар-Ухта в направлении города Сыктывкара со стороны города Ухты. На 18-м километре водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате молодого человека 92-го года рождения доставили в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также ушибы от позвоночника. Выяснилось, предполагаемого виновника ДТП за год уже 3 раза штрафовали за нарушение правил дорожного движения. В этом случае молодой человек рассказал полицейским. Из-за грузовика, который ехал в попутном направлении, пешехода он увидел только в последний момент. На следующий день, 31 октября, на федеральной трассе «Вятка» на дорожной развязке в местечке Соколовка водитель «Лады» выскочил на встречную полосу и протаранил «Тойоту Авенсис». Пострадали 6 человек, по 3 в каждой машине. Сотрудниками госавтоинспекции на месте дорожно-транспортного происшествия установлено, что водитель автомашины ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его машине находился несовершеннолетний ребенок 10 месяцев. От серьезных травм спасло детское удерживающее устройство. За употребление спиртного в отношении виновника аварии составили протокол. 33-летнему мужчине может грозить и уголовная ответственность. Все зависит от того, насколько серьезные травмы получили пострадавшие. В тот же день выезд на встречку стал причиной аварии в Ухте. После сильного удара ВАЗ 15-й модели развернуло, а Рено Логан оказался в кювете. Тяжелые травмы получил 50-летний мужчина, предполагаемый виновник столкновения. Сейчас он в коме. Водитель иномарки, несмотря на серьезные повреждения авто, отделался лишь ушибами. Сотрудники ГИБДД уверены, жизнь ему спасли подушки безопасности и пристегнутый ремень. Это был «Крик. Криминал-комментарий» в студии Таисия Шляхтина. Все подробности этого и других выпусков программы на нашем сайте yurgan.rf. После короткой рекламы не пропустите время новостей. До встречи на телеканале «Юрган».